У нас Акела беспредельщик. Отобрал курицу у Фурии. Он придется сейчас заходить. И Фурии как-то... Не у Фурии, а у Акела отбирать. Вон он, видите? У двух куриц. Ну, сейчас надо как-то решить этот вопрос. Вон он ее гоняет. Так, Акела. Ах ты, козлина. Ах ты. Вон, отобрал две курицы. Давай, отпускай. Эй, ты чё? Попутала, что ли? Нифига себе. Слушайте, с вами шутки плохи. Не, Акела, все, успокойся. А ты зараза такая. Нифига себе. Вот чисто инстинктивно, чисто на интуиции повернулся. И она тут как тут. Акела, ну отдай Фурии, это не твоя курица одна. Так, ну... Вот молодец. Давай, 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 тикай. Оба. Вот видите, нужен предмет в руке. Так он не отойдет. Эй, нет, у тебя есть своя курица, иди. Посмотрите, какой он злой. Блин, он отберет у Фурии. Она бедная, голодная, походу. Иди сюда, Фури, на. Фури, на, иди. Оба! Тела нет. Нельзя! Блин, они вдвоем окружают меня. Нельзя! Нельзя, сказала Кела. Где твоя курица? Вот это да, вот это да. Спокойствие. Фурия, для тебя стараюсь, а ты меня еще сожрать хочешь. Акела, где курица? Иди ешь. А, вон она. Сейчас Фурии положу аккуратно. Фури. Фури. Так, иди ешь свою курицу. Акела. Ты чё, чё за дела такие? Ну, вторую отобрать у тебя. Ну, пойдем вторую заберем. Так. Вон, ешь. Отбирает у нее. Смотрите, сколько снега выпало, ужас. Ладно, по своему следу оставлю. Она сейчас заберет. Все, Акела только не заберет. Должна пойти. Пока не идет. Вот. Посмотрим. Блин, руки замерзли, ужас. Должна была по моему следу пойти, но не пошла. А, вот пошла. Сейчас должна курицу... Нет, я тут туда и шел. Посмотрите, что Акела делает. Ты что захотел, Акела? Что такое? Нету у меня, нету. Нету. Ты что такой жадный? Я тебе еще дам курицы. А вот Акела и нашел. Слушайте, ну капец. Я думаю, что такая стройненькая Фурия стала.
Фурия, иди на тот конец. Посмотрите, как он сейчас показывает. Ух, боец. Вон, взяла. Ну, пусть ест. Он же покела не мешал. Так. Чуть не могу понять. Чуть не могу понять, акела что ли съел первую курицу? Фурия, ты голодная? Понял, ладно, сейчас пойду еще достану курицу. Раз такой движ, такой базар, сейчас, Фурия, достану тебе. Дал я еще одну курицу Фурии, акела ее сразу же отобрал, и он ест, жует, но он отрыгивает ей, он сам забирает и делится отрыжками, отрыгивает и дает ей, но она что-то не особо кушает. Вот эти бандиты тоже, этот вообще хулиган мелкий. Шошка, протиша, ты как этот, блин, с Маугли, шакаленок, который поддакивал Шерхану. Ну что такое, братишка, ну что ты, ну иди сюда. Он у нас, знаете, как Рудольф, красноносый олененок. Ну ты че ворчишь? Смотрите, какая у них тропа здесь натоптанная. Что такое? Вот так на самом деле ни в коем случае нельзя гладить волков, потому что останешься без пальцев. Но на свой страх и риск. Акела так мне один раз очень сильно, когда вот так сделал руку, очень сильно снял прям вместе с кожей. И после этого я акеле точно руки так не сую. Этому как бы на свой страх и риск. Кто ты? Ну, что такое? Он, видите, жует. Синайчик. Снега просто жесть сколько, посмотрите, по колено. Вон, видите, отрыжки. Кела, конечно, не голодает. А, уже Фурия будет подбирать. Боится акела она. Ну, а акела мне не дает, сами видели. Забрать, чтоб у него лезет. Это вообще прям с рук выхватил курицу. Накупил мышеловок, крысоловок. Ставим, будем ставить. Сюда. Ну, ждем тебя, мышка, прям отсюда выскакивала. Вега, сейчас к твоим зайдем.